А тошноты и кома в горле нет. Ребята, я сделала бариатрическую операцию, резекцию желудка месяц назад. Девушка спрашивает, тошноты и кома в горле. Смотрите, тошнота у меня сейчас есть только после воды. То есть, если я выпиваю больше 2 глотков воды, меня сильно тошнит. Ну, рвота нету, но просто эта тошнота проходит в течение там 1-2 минут. А если я пью небольшими глоточками, то есть по 2 глоточка, по одному каждую минуту, то все в порядке, в принципе. А если я пью компот или бульон или какой-то другой напиточек, то у меня тошноты нет, тошнота только от воды. Дальше, ком в горле. Ком в горле у меня появляется, если я съем немножко больше, чем положено. Ну, то есть, бывает такое, вот взвесишь себе 100 грамм еды, да, 50 грамм влезло, то есть ты съедаешь 50 грамм и как бы наедаешься, чувствуешь, что желудок твой полный. А потом через полчаса вроде как уже ты проголодался, и ты думаешь, да, доем этот кусочек хлебушка там или бутербродик, и все. А у тебя то пища еще в желудке там переваривается, то есть, и ты когда добавляешь сверху еще кусочек еды, то становится вот здесь ком, и тогда, конечно, приходится это все вырвать. Потому что этот ком, он не проходит, пока еду ты не вырвешь. Поэтому я сейчас учусь как бы заново питаться, потому что еще очень мало времени прошло после операции. Вот. То есть учусь на своих ошибках. Вот таких ошибок уже, например, я делаю меньше и со временем их делать не буду. Вот. Учусь заново питаться. Вот так вот. Поэтому лучше не переедать. И бывает, ком в горле становится, если ты плохо переживал пищу. То есть я, например, постоянно нахожусь на работе, да, днем. И бывает такое, что надо быстро-быстро покушать и побежать работать. Поэтому бывает, становится ком в горле, когда ты быстро поешь. А надо научиться есть медленно. Или, например, если у вас нет возможности, да, на работе есть медленно, то лучше брать какую-то мягкую, жидкую пищу с собой. А так, в принципе, все в порядке. Вот так.